причинах аварии на ГРЭС начала разбираться комиссия Ростехнадзора. Свои выводы комиссия должна озвучить в течение 2 недель. Напомним, ЧП произошло около 16 часов 1 октября. В результате без электроснабжения осталась вся центральная Якутия, где проживает порядка 507 тысяч человек. В полночь этого же дня электроснабжение было полностью восстановлено. Предварительные причины я уже назвал. Это падение давления газа, значит, в подающем коллекторе, значит, при пусковых работах на первой машине. Но почему упало давление, это сможет сказать только комиссия Ростехнадзора. Потому что это они и должны делать. То есть они надзорный орган, который, собственно говоря, и занимается всегда расследованием таких аварий, делает выводы.